Вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни, как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и так далее. Однако, такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей? Представляю вам несколько правил от настоящего кота. Не обращай внимания на всякие досадные мелочи. Всегда можно поймать другую мышь. Научись зарываться в диван. Так можно решить практически любую проблему. Занимайся йогой. Раздвигай границы возможного. Будь открытым. Иди на диалог. Если считаешь, что тебе дают мало еды, прямо так и скажи. Не держи это в себе. Ежедневно находи время, чтобы побыть наедине с собой. Всегда смотри дальше, так ты достигнешь большего. Будь приветлив и доброжелателен к окружающим, так ты сможешь завести новых друзей. Чаще общайся с близкими, научись слушать, даже если не понимаешь того, что тебе говорят. Не расстраивайся и не отвечай агрессией, если пес тебя как бы не замечает. Просто научись делать так, чтобы он тебя реально не замечал. Не зацикливайся на рациональном, иногда нужно просто действовать. Будь милым, фотогеничность – это ничто, обаяние – все. Смотри на вещи с разных точек зрения, ты удивишься, когда посмотришь на привычное с другой стороны. Спи как можно больше, здоровый сон – это как минимум 15 часов в сутки. И последнее. Всегда будь уверенным в себе. Люди это любят.